Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор розовой рафии. Это длинные листья рафии, ценное сырье для получения тонких лент и волокон с последующим применением их в сфере декора и рукоделия. Декораторы, кроме натуральной рафии, достаточно часто используют аналог нити рафии и синтетических волокон. Применение таково. Декоративная упаковка для изделий ручной работы. Разные виды техники плетения. Флористика. Сырье для творческих мастер-классов. Рафия представляет собой синтетическое волокно розового цвета. Для сохранения окраса материал необходимо беречь от прямых солнечных лучей. Хотя синтетическое волокно рафии для декора – это достаточно долговечный материал, даже при использовании его во влажной среде или под открытыми лучами. Преимущество использования таково. Доступная цена, прочная умеренная жесткость волокна, для нестандартного яркого оформления, отлично склеивается с другими материалами, поперечное направление практически не рвется, идеальный поделочный материал. Вот так выглядит данная рафия. Такого нежного розового цвета. Вот такие полосочки. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!